До 300 було спецпризначенців, частина з них, чиїх десь, наверное, 50-70 зайшло на територію табору з всіх сторін, і намагалися зробити провокацію, намагалися обшукати табір, зрозуміючи, що зараз люди підійдуть, бо я попереджаю, якщо зараз буде якісь дії, то зараз народ піде сюди. Вийшло так, що люди пішли, і вони, ну, звідси тут їх немає. Хочу поділитися з тим, що от у мене болить зараз. Я подошел только что до полицейских, начал разговаривать, кто старше. Искал полчаса старшего, чтобы понять, что происходит, почему были попытки нападов, почему забирали щиты. Поговорил, возвращаюсь сюда, встречаю вот здесь керівника патрульной полиции Зозулю. Я его попросил выйти, вон он стоит. Просил... Друзья, я ему говорю... Давай думать, что вот здесь делать, чтобы не нагнетать историю и убрать и нас гвардейцев, и полицейских, которые за деньги вот этих вот людей здесь стоят и прекратить напады. Он мне говорит о том, что здесь собрались бомжи и проплаченные люди. Я не понимаю, каким образом на крови небесной сотни выросла вот эта поросль. Я знаю, что среди полицейских масса есть людей, которые гордятся своей работой, честно исполняют свой долг. А те люди, для которых все те, кто хочет лучшей жизни и лучшей доли для страны, бомжи, это не полиция, это халуи и платные охранники, воров и негодяев, которые издеваются над нашей страной. Я не знаю, возможно, люди говорят это от души. Вот я готов дать микрофон. Кто считает, что это бомжи? Кто считает, что эти люди не имеют права слова? Честно, выйдите. Я даю микрофон. Честно, выйдите сюда. Вы не имеете права так относиться к людям.
Просто то, что я вижу, переворачивает до глубины души.